Американская поп-певица опубликовала праздничное видео, в котором исполнила рождественскую песню. Запись появилась на официальной странице Бритни Спирс в Instagram. В ролике звезда спела строчки из известной рождественской композиции Бинга Кросби «White Christmas». Чтобы добавить праздничного настроения, она надела маску сказочного оленя и обработала свой голос, сделала его выше. Многим поклонникам Бритни Спирс понравилась запись. Однако некоторые пользователи посоветовали в следующий раз петь без фильтра, потому что они хотят услышать ее настоящий голос. В следующий раз без фильтра. «Люблю тебя. Я бесконечно тебя люблю. Но зачем ты обработала свой голос? У тебя прекрасный голос». Один из комментаторов сравнил ее новый голос с бурундуками из детского фильма. «Мы просто недостойны услышать голос настоящей королевы», — с иронией отметил другой пользователь. Недавно папарацци заметили поп-диву с ее 24-летним бойфрендом Сэмом Асгари. Парочка прогуливалась по Лос-Анджелесу. Для романтического свидания звезда выглядела весьма странно. Бритни Спирс появилась на публике в прозрачной белой блузке, темно-синих джинсах и шлепанцах, которые ей были сильно велики. Нелепый наряд певицы дополнила детским ободком в виде кошачьих ушек. Ее возлюбленный был одет более скромно, в футболку, черные брюки и серые кроссовки.